съемочная команда «Днестр ТВ» в ходе очередных съемок, оказавшись на стадионе «Шелковик» в Бендерах, встретила уроженца города, с которым вступила, на наш взгляд, в интересный диалог. Чем живет наша современная молодежь в Приднестровье? А я же не знаю, только прилетаю сюда раз в 2-3 года и улетаю. А вы где находитесь? В Москве. В Москве? Да. А чем живет молодежь в Москве? Да, в принципе, ничем. Ничем? Да. А если сравнивать молодежь там и здесь, есть разница? Огромная. А какая? В чем она? Во всем. В отношении всего. Начиная там от транспорта и заканчивая там поведение в общественном месте. Ну, как сказать, в принципе, сильно больших отличий, в принципе, нет. Просто там больше молодежь видит, чем здесь, и все. Mm-hmm. Вот в этом все отличие. А что вынудило вас уехать? Вынудило? Mm-hmm. Ну, как вам сказать, я получил высшее образование, а применить его негде. Поэтому и уехал. 18 лет тут прожил. Mm-hmm. Ну, то есть, вот вы сейчас проживаете в основном в России? Да. Приезжая сюда, вы видите какие-то перемены? Ну, пока нет. Так, в одноклассниках ролики вижу, как ваш прорыв там душит, а там больше ничего не вижу. Ну, это тоже показатель. Молодежь участвует у нас в политических каких-то движениях. Ну, прекращайте. Они заявляют вы о том, что чем молодежь... заявляют? Ну, прекращайте эти номера. Вы приводите дядьку, который дает деньги и вытаскивает их на улицу. Это не от сердца идет, все покупается. Ну, подождите. Вы считаете, что молодежь не должна участвовать в политике? Обязательно должна, но не такими методами, как вы. А как вы? Вы 20 лет знали правду, а сейчас начали выходить на улицу, а до этого вы ничего не знали, все было честно вокруг, все хорошо, да. А сейчас просто вам дали команду, там, можно поднадавить, или там кто-то дает деньги, и вы уже все, выводите молодежь на улицу. Хорошо, а вот давайте отбросим вот эти... Независимо это кто, Сафронов или как? Вы чью представляете партию? Мы никакой партии, мы независимые, интернет, телевидение. Ну, понимаете, этот район, раньше всем было все равно на этот район, а сейчас случайно независимое телевидение оказывается здесь, но я вам уже не верю, честно говорю. У нас здесь есть запланированные съемки, понимаете? Мы сейчас будем... Как вы вообще узнали про это? А как вы узнали про этот район? А вот у нас девушка участвует в фильме, который мы снимаем. Рассчитывали на пустой стадион, да. Но вы оказались здесь. Ну да, вот. Мы хотели сделать съемки на пустом стадионе. У нас фильм идет о приднестровской молодежи. То есть да нет будет... ее практически. Вот об этом и можно говорить. Ну все уезжают, вы же знаете. Да, а насчет политических движений, ну цирк это все. Молодежи нечем заняться, вы же все это прекрасно знаете. Кто может уезжать, кто кого забирает, кто с головой уезжает. Кто там, слава богу, что есть кто-то пытается остаться здесь, а остальные уезжают, вы же все знаете. Ну, то есть, если молодежь не будет участвовать, ничего же не изменится? Ничего не изменится, все наперед известно. Угу. Вы знаете, сейчас выборы, там Игоря Николаевича хотят снять, ну его снимут, и все. А молодежь, ее не будут спрашивать, это все как для публики. А зарплату им не дают не месяц, а месяцами, понимаете? А люди, в большинстве из этой команды, играли в сборной Молдавии на международных соревнованиях. И некоторые из них играли со сборной Германии, которая сейчас недавно стала вице-чемпионом Европы. Ну, примерно одного возраста. Где те люди, где наши люди. Вот и все. Вы смотрели телесюжет из цикла «Есть такое мнение». Смотрите «Днестр ТВ» и будьте в курсе самых свежих событий города и республики. Елена Цветкова, Александр Никифоров. Для «Днестр ТВ».